Значит, с предыстории. Наша третья игра в этом сезоне. Не в чемпионате, а в сезоне. Мы в двух играх имели положительный результат. Первую игру дома выиграли. Ничью сыграли в Алма-Ате. Причем, если кто-то смотрит статистику, Кайрат после того поражения, у него была, по-моему, 11 побед, одна ничья с нами, которая была. Понятно, поэтому здесь никакой оценки не было. Соперники приехали максимально отмобилизованными. Мы тоже готовились к этой игре. У нас были кадровые потери, и кадровые потери были у них. По качеству игры я абсолютно удовлетворен. Мы этот раз играли, боролись за инициативу. Мы не играли даже вторым номером, хотя эпизоды были, нам приходилось садиться. Поэтому игрой я удовлетворен, у меня не устает только счет. Счет, в общем-то, не по игре, потому что у нас были моменты, в которых надо было просто забивать. А с Кайратом всегда где-то можно что-то ошибиться. Там мастеровитые футболисты, которые могут использовать этот шанс, который был. Не наш день, скажем так. Хотя по игре, еще раз говорю, и по самоотдаче, по игре команда играла достойно, играла уверенно. Бывает. Есть ли вопрос? Как минимум, не проигрышная игра. По игре мы не проиграли, это точно. Команда провела сбор в Москве, и по приезду три матча прошло, и мы три матча не выиграли. А вы на всех трех матчах были? Да. Вы на всех трех матчах были? Да. На всех? Как вам тот матч, который мы не выиграли дома? Как? Ну, были шансы, но... Игра вообще как была? Это команда в группе лидеров? Да. Это команда в группе лидеров, скажем, Иртыш. В группе, да? Так мы провели один, наверное, первый тайм был вообще самый лучший был за всю историю, где я работаю. Это была великолепная игра в первом тайме. Во втором тайме там пошли качели, стали торопиться. А первый тайм просто был великолепен. Что касается сборов в Москве. Теперь, что касается Ардебасы. Команда на каком месте идет сегодня? На третьем месте. Это опять в группе лидеров. И опять, посмотрите, домашние показатели. У нас на игре не получилось. Это однозначно. Мы в концовке пропустили мячи. Сегодня игра, как вам игра? Сегодня равная игра, в принципе. С кем мы играли? Какие вопросы? После сбора в Москве. Мы играем с Кайратом в равную. 50 на 50. С Кайратом. 50 на 50. Где, наверное, зарплата одного футболиста больше, чем, может быть, нашей всей команды. Но мы на равных играем. Если в тех матчах мы играли много от обороны, нам мы где-то выжимали максимум, мы отдали на себя, то сегодня мы играли на равных. Мы сегодня проиграли по счету, но не по игре. Я еще раз говорю, мы по счету проиграли игру. Чем и обидно это, но мы по игре не уступили ничего. У нас не меньше было подходов, мы не хуже играли по качеству. Поэтому вопрос такой неправильный. Мы провели хороший сбор и хорошо выглядим. У нас хорошая команда, и она становится крепче, крепче и крепче. У нас Лобожениц завертает состав, и вернется сейчас, и Абдурахманов вернется в состав. Это тоже усиление. И Секимич это усиление. Еще есть вопросы? Я полноценно ответил? Да.